Вот я опять к той Наталье обращаюсь, к той самой Ольге, да, спесивые, вот, заносчивые. Ну, что есть, то есть. Я не хочу публиковать всю перевету. Вы ее стерли, потом еще клюете, обвините, сейчас за клевету в тюрьму садят. Вот, переписку стерли, теперь докажи, что это вы такие. Я взял для вас пару фотографий. Вот это мои дети, да. Вот. Вот это клоны, видите, у Сеньки в руках, которых не существует. Вы пойдите на рынок и нигде их никогда не найдете. У нас азиаты продают в 2 раза меньше. Это, они тоже что, деградировали, что ли. С Азии привозят сотни тонн абрикосов и все мелкие. Вот. Я просто хотел сказать, что вот ради этих детей станьте нормальными людьми. Ну так не получается, что вы выпускаете запорожцы, а вы мерседесы. Вот. Или хотя бы не мешайте. Хоть просто не мешайте нам. Потому что вы знаете, как жить с этим клеймом в рядках силы мерит. А когда это 1 000 000 человек прочитает, что железо в рядках силы мерит. И читали. А это вам не нарисовано. Я почему сейчас стал больше с детьми и с этими с помощниками фотографии делать? А чтобы не приклеили этот самый, свои эти, сам, как они называются, логотипы. И чтобы вы никогда не смели учить вот эти вот, я потом буду долго долбить в эти, в ваших этих самых учителей, что вот эти корни надо обрезать, улучшать вот так. Так, ну что, наше время истекло. Это мы можем почитать в следующий раз. Сейчас я посмотрю. Пока несколько минут осталось. Может что-то поинтереснее. Но я перед этим чеком извинился. Вот, еще раз извиняюсь. Я имею в виду автора вот этой книжки. Фамилия зато похоже, что мне крышу снесло. Так, это самое ученый термин. У меня 18 сорта форм. Выпали до начала плодоношения. Все 8, все 18. Вот. А вы верите кому-то железу. Это же надо же, уже все было уже. Пожалуйста. Перед этим целый год мне эта газета печатала. Назвали лауреатом, лучшим автором, лауреатом. 15 тысяч премия. Еще не меньше получил гонораров за эти же самые. Позвонила дама, говорит, вы хотите вам путевку в Африку бесплатную? Я отказался. Дама имеется в виду из персонала это, самого Тумановской это, газеты крупнейшей, авторитетнейшей. Вот. Нет, и все. Развел руками зам главного редактора по науке. Он уже уволился, но мне фамилию все равно как трепать не хочу. Константинович, мы не можем после этого письма вас печатать. Он доктор наук. Бред только от этих от самых, от, с таким этим. Я ничего не знаю, знать не хочу, да, как вы написали. Так, ну, это уже можно в следующий раз. Начинает у меня просыпаться, видите. Контролируйте, пересаживайте в горшки. Вот 25 марта у меня уже каждая пятая проклянулась. Выбросил рано. Вот. А потом опять проверяют обрезки. А потом опять, потом опять. А потом, видите, что делается? А, доктор наук, который учил яму садить. Это у меня. Ну, хорошо, Сергей махом это выкачал насосом эту воду, а то погибла бы, чертова мать. А у людей месяцами, годами в воде стоит. Потому что понятия холм не имеют даже доктора наук. Вот. Розмарин.
Единственное деревце. Единственное деревце. Какие на нем плоды были? Я фильм снимал, вы видели. И фотографии есть. Шедевр. И крупные, и вкусные, и красивые. Розмарин. Видимо, слово розовый, что ли. А может, нет. Вот все Сергей с него ставил. Половину. Все это. Покупайте теперь осенью у него розмарин. Это же он на прививку все взял. А деревом рискуем страшно. Они долго не живут. Это маточные деревья. Те самые. Ну, еще что-нибудь покажу. Вот. Сеянцы мои. Вот. Четыре себе оставляю. Три дарю Савинич. А тут их всего. Ну, еще несколько мелких. Почему они такие? Ну, некуда было железо усадить. А здесь сплошная глина. Вот. И кто-то будет говорить. У вас ваши эти нифига не растут, у вас неполноценные, может, подмерзшие, может, подгнившие косточки. Но у меня самого ни хрена не растут на глине-то. Вот, год исполнился, до года нельзя трогать. Пикировку забудьте, эту дурь. Вот, когда пересаживают месяц на возраст. Придет, когда это было? 20 марта, сегодня 29. 9 дней назад, да? Еще месяц пересажу. Там они лучше будут расти. А это академики. Те самые, которые якобы должны превратиться в дички. 100 граммовых плодов. Лучше косточки вывод. На 100 граммовых плодов. Вот. Я хочу показать такого. Ладно, в следующий раз. Груша нарядная Ефимова. Вот такой штамп имеет, смотрите. Такое она была 5 лет назад, да? К ней не приближался секатор. Вообще, клянусь Богом, даже поклянусь, хотя опять меня ругать будут друзья, духовные лица. Потерялась бирка, вот и выросла. А первые две эти самые соседки, которых я черенки начал брать со второго-третьего года, давно мертвы, давно уже. А потом у меня вот такая вот. И что вы думаете, что я должен делать? А дальше я пишу, заставь дурака молиться. А потом берет человек 100 тысяч экземпляров для этих, для школьников, для пионеров. Уход за штамбом. Вот я и написал, заставь дурака молиться. Вот она. Нельзя подходить никаким скребком. Все, мое время истекло. Мне кажется, что самое важное я так и не сказал.